Претерпевали
искушения и страсти, как они тоже где-то по-человечески и унывали, и скорбели, и падали, но имели в своем сердце великую веру и надежду. И вот эта надежда присуща, дарована Богом каждому из нас. Каждый из нас может подражать своему святому, и не только своему, тем святым, которые близки и милы сердцу нашему, жизнь которых нас согревает, вдохновляет на борьбу с грехом, на борьбу со страстями, на борьбу со злом в своем сердце. Это очень важно, что мы имеем примеры великих святых, которые победили в себе грех, которые победили зло, которое мучает всех нас, заставляет нас страдать, но которые смогли страданиями очиститься и соединиться навсегда с Богом. Цель нашей жизни – донести свой крест. Взирая на подвиг всех святых, понимаешь, что если ты хочешь спастись, ты должен пройти тот путь, который прошел Христос. А его путь – это путь страданий, скорбей, путь креста, несение креста и его Голгофа. Но он безгрешный, он по великой любви своей, бесконечной любви своей, он донес этот крест, он был распят, невинно распят за наши грехи, за наше зло, за наши страсти, за злобу и ненависть. Как же мы можем позволить себе кого-то ненавидеть? Я этот вопрос всегда себе задаю. Можем ли, имеем ли мы право после этого кого-либо ненавидеть, если сам Христос, который не имел в себе греха, который ни перед чем не виноват, ни в чем не был, но Он был злобой сатанинской, злобой человеческой, распят, ненавистно, злобно, и в течение 2000 лет уже ненавидим многими. Но он пронес свой крест, взошел на свою Голгофу и был распят, предан великим страданиям, но спас через эти страдания, воскрес и спас всех нас. И вот мы, дорогие, должны понимать, когда мы читаем жития святых, это не какая-то сказка, которую интересно, ради интереса можно прочитать, а это судьба каждого человека, который понес страдания, великие страдания, который донес свой крест до конца, который не предал, не смолодушествовал, не струсил, не отступил. Обязательно это подвиг исповедничества. Так как святитель Марк, который до конца остался верным, который не предал и чудом Господь избавил его от смерти телесной, потому что до сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах умер патриарх Игнатий. Там, у Папы Римского, когда их всех туда привезли, для того, чтобы заставить подписать унию. Мы никогда не узнаем уже, при каких обстоятельствах умер патриарх Игнатий и почему его подпись оказалась под этой унией. И подлинная ли эта подпись, действительно ли так было. Никто уже этого не знает. Но святой Марк, святитель, он смог людям донести правду.
Господь его сохранил, сохранил его жизнь, чтобы он, вернувшись под видом грузчика, вернувшись на родину, смог донести людям, что это уния, это ложь, это дьявольская ложь и обман. Один лишь человек, один единственный из всего сонма епископата, всей византийской и русской тогда уже церкви. Весь синклит вместе с царем все подписали унию. И один лишь человек не подписал. Но сколь была велика вера этого человека, и впоследствии какие великие страдания он понес, будучи заточен в тюрьму, будучи низложен и лишен всех званий, моримый голодом, мучимый всячески, но не поколебался, остался верным Богу и Церкви Святой. И предал душу уже как подвижник, как исповедник веры Христовой. И благодаря этому народ Божий, который очень трудно обмануть, даже если бы, видите, казалось бы, уже все приняли, и епископат, и царь с синклитом, а народ не принял. Тяжкие страдания понес народ за отступление, но веру Христову и догматы Святой Церкви вернули, сохранили. И Господь прославляет теперь этого святого как великого столпа веры православной. И поэтому, взирая на его великий подвиг и на его великие страдания, хочется хоть чем-то, хоть в малой степени, хоть чуточку быть на него похожим, чтобы пройдя свой жизненный путь, увидеть его, поклониться ему и сказать, что я стремился, я старался быть похожим на тебя. С праздником, дорогие мои! Храни вас всех Господь! Дай Бог нам всем устоять в истине, потому что мы видим, вот совсем рядом, братский народ, испытывая страшные бесовские нападки, всевозможные, испытывая гонения на церковь, мы видим, как многие не выдерживают, многие отступают от веры, многие предают свою веру, те, которые вчера крестились, которых на руках держал батюшка православный или архиерей, и они же теперь их предали и готовы их уничтожить, готовы их убить даже. Как это страшно, и как это странно, и как же они хотят получить помощь и благословение от Бога, когда они тех, которые их крестили, церковь, которая их крестила для жизни вечной, они сейчас ее топчут. Попустили такое беззаконие в лавре и во многих храмах. И что же за это будет? Благословение Божие. Помощь Божия за это будет. Страшное безумие. Не дай Бог. Не дай Бог так помрачить свой разум и сердце и потерять Бога. Дай Бог
может быть, когда-то все-таки покаются. Страшно. И поэтому мы должны понимать, что испытание нашей веры, испытание нашей совести, оно обязательно будет. И каждый из нас должен быть готовым ко всякого рода испытаниям и к исповедничеству, но ни в коем случае не поколебаться, не устрашиться, не убояться. Потому что с нами Бог. И еще раз напоминаю вам слова. Святые, самый главный девиз нашего народа. Русского народа. Русь святая, храни веру православную. В ней же тебе утверждение. Аминь. Радио. Многое благая вера. Я всех вас приглашаю на обратную встречу.